В этом году в конкурсе «Учитель года» участвовало 88 педагогов из всех субъектов Российской Федерации. Несмотря на сложную и напряженную конкурсную борьбу, ульяновец Тимур Артыков одержал уверенную победу, показав высочайший уровень профессионального мастерства. Первый тур был очень трудным, урок и воспитательное событие, поэтому попасть в 15 лучших учителей – это, конечно, очень такое непередаваемое ощущение, очень круто. Конкурсные испытания длились 3 недели. Каждый день участники получали новые задания, в числе которых были не только уроки и воспитательные события, но и посещение различных образовательных учреждений, мастер-классы, работа со средствами массовой информации, организаторами и учениками. В этом году, конечно, конкурс был модернизирован, немножко последовательность изменилась, новые какие-то форматы, очень широкое освещение телеканалом «Культура», который нас преследовал везде. Поздравить Тимура Артыкова с заслуженной победой прибыла министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова. Из ее рук лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» получил сертификат на 200 тысяч рублей. Мне очень приятно, что на карте конкурса «Учитель года» Ульяновская область занимает достойное место. У нас есть педагоги, которые в разные годы вошли в пятерку лучших учителей. Но для нас и важно, что, ну как у нас среди учителей, пятнашка лучших учителей уже не первый год представлена учителем из Ульяновской области. Главная победа для любого учителя – это любовь и уважение своих учеников. Старшеклассники 101-го лицея признаются, что для многих из них химия стала любимым предметом благодаря увлекательным урокам Тимура Борисовича Артыкова. Он прекрасный учитель, он учил меня с 8 класса химии. Это мне помогло в 10 классе сдать несколько олимпиад, в которых я занял почетное место. Также Тимур Борисович подготавливает наших ребят к ЕГЭ, что немало дает им. Педагогический коллектив лицея, ученики и родители поздравили любимого учителя Тимура Артыкова с победой, подарив учителю года России-2022 творческие номера, стихи собственного сочинения и нескончаемые слова благодарности. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Ул-Правда ТВ.